GS Bigsot B1 862. Буду пробовать все возможные приманки, бигбейты, джерки, бульдожки. То беру бигибоя, там 160 чем-то граммов, и у меня грузик 42 грамма. Видно. Ну, для бульдога это неплохо. Слушай, можно на поводок впереди груз повесить. Заодно и посмотреть, как с подгрузкой будет это, все это дело. Давай подвесной 30 грамм повесим. О, пошла рыба, пошла. Пошла. Идет, идет за ней. Хорошая. Сань. Рыба? Серьезно? Красава. Так, скажи свое мнение. В общем, чесноку только. Прикольная палка, в руку легла сразу, очень легкая для своего теста. Всем привет, я Виталий Филиппов, канал Джеркмания. И сейчас вы посмотрели отрывки с серии прошлого года, где я с Александром Шаповаловым в Саратове тестил палочку для бигбейтов Bigsot 862 до 240 грамм от компании GS. И вот, наконец-то, спустя год палочки пришли. Они у нас. Чему я очень рад, так как этому приложил непосредственно какое-то свое определенное участие и вклад. Вот палочка стоит со мной на полу. Это ее транспортная такая длина. Если я 1,81 м, то видно, что это где-то около 1,70 м. Весьма нормальная длина для транспортировки. Я не вижу дискомфорта, так как палочка необычная. У нее пропорция не как у двухчастника, и там полуторачастника. Компания GS делает палочки под свою методику. У нее 60% на 40. 40 комель и 60 хлыст. Я сейчас не буду рассказывать ее там всякие ТТХ. Вы можете посмотреть видео. Ссылочка будет ниже. Вы можете прочитать на сайте у нас. Там все подробно написано. Я скажу, что корейцы сделали, что не сделали. Вот, так как после подведения итогов мы хотели внести какие-то корректировки в изделие. Ну, сразу скажу, что бланк остался тот же. По бланку вообще претензий не было. Палка мощная, злая, прям звонкая. Для такого теста это просто невероятно. Вот, как она гнется, это очень хорошо видно на видео. Палочка, скажу, суховатая, поэтому и звонкая, чтобы там не было у кого-то иллюзии, что это там какая-то может быть лапша. Вот, значит, переделали рукоятку, мне кажется, стало более удобно ее держать. Сенсорный держак остался тот же, немножко конфигурация ручек. Вот, красивый такой винт затягивающий. Сделали шпингот боковой такой вот для приманочек. В общем-то и все. Но там бы хотелось еще, конечно, фор, но полемика у нас вышла за временные рамки, и в общем-то от фора пришлось отказаться. Корейцы категорически были не очень сговорчивые в этом плане, так как у них политика компании — это легкие, звонкие, бросковые, мощные палки. И чтобы снизить вес, вот, от фора пришлось отказаться. Ну, фором-то и немногие пользуются. Это в большинстве случаев это те, кто ловит бульдогами. Вот я лично бульдогами, ну, за фор не держусь, я держу за катушку. И
прималочки пробиваю, давя на катушку. Поэтому не вижу здесь каких-то таких проблем. Вот. Александр Шиповал также ловил бульдогами на видео, на опытном образце предсерийном. Фора также не было. В общем-то, я очень доволен. Палка опрятная, жутко даже красивая, можно сказать. Мощная. В общем, я и хотел, чтобы была легкая, звонкая, мощная, чтобы можно было сечь рыбу с дальних расстояний и кидать от легких до достаточно тяжелых прималок. Палка чуть стала тяжелее. Опытный образец был 172 грамма, сейчас 195. Ну, вот здесь что-то вот добавилось, да, вот 13 грамм набрали вот на каких-то вот этих безделушках. Поэтому я могу понять корейцев, почему они были против фора. Вот, потому что это сразу бы там прибавило прилично веса. Если учесть, что аналогичные палки, ну, тот же Лизер там весит, по-моему, 290 грамм, да, там до 200 грамм палка. И остальные все спиннинги в этом классе весят все 270, 290, а то и 300 грамм. То это 195 грамм, это самый легкий спиннинг удилища в этом классе. Так что welcome, палок очень мало. Очень ограниченная серия в этом сезоне. Что будет в следующем сезоне, никому не известно. Ну, теперь попутно еще за GS-ами еще получаем Strike Pro. Прям, скажем, удачная неделя с Pro, Strike Pro, GS. Ну, давненько такого не было. В таких-то, скажем, хороших времен, хороших, красивых поставок. И покажу, что прислали Strike Pro. Первое, что очень важно, это, конечно, сетки. Сетки запасные для подсаков с большой ячейкой. Но это, их очень давно не было. И СВКшники сказали, что сетку они пересмотрели, сам продукт, сам материал, немножко изменена технология, они стали гораздо долговечней, но гораздо надежней при той же самой цене. Но, так что сеточки эти подходят и на СВКшные, и на БФТшные подсаки, и на любые другие аналогичные. Сеток тоже не скажу, что много, но есть. Новые шнуры у нас Strike Wire 0,34, 28 килограмм, вот в коричневом цвете и в белом. Очень хорошие цвета, вот, это вот для темной воды, для коричневой болотной воды очень хорошо будет. Кому надо скрывать там плетенку, кто считает, что это может влиять, там, особенно те, кто ловит там змееголова. Вот, или наоборот, там белую, яркую, она вот хорошо будет в яркую погоду, там, ну, светлую, также хорошо скрывать вашу приманочку. Новые цвета у нас у пигов, джуниоры, пиги и джан пигтейлы. Ну, отличные цвета, очень такие, на мой взгляд, консервативные, и в то же время и можно сказать, что это и они и натуральные, и достаточно яркие, потому что все с блесками. Это очень здорово. Ну, это вообще перламутровый шикардосный цвет. Вот, мне очень нравится. Так, у нас эта расцветка вновь поступила к нам. Давно ее не было. Ну и новые цвета. Бандиты. Ну и, соответственно, бастард жертва. Очень все такое ловчее, ничего лишнего, все рабочее. Ну и кэтчи, давно их ждали уже, да, там с прошлого года эти приманки у нас
все ехали, ехали и наконец-то приехали. Приехало очень мало, прям жутко мало. Но чем интересна эта приманка? Я ее уже успел потестить, половить на нее. Вот. Ну, скажу, что это тейлбейт, понятно, да? Вот. В чем его фенька? В комплекте такая камера с шарами, да, и вот здесь вот в голове крышечка открываешь, засыпаешь туда какое-то количество шаров, вот, и у вас приманка может работать там от метра там до там 6 метров, то есть вы можете захватывать любой горизонт. Хвосты очень напоминают шотзонгер. Вот, даже, наверное, я, может, не сам шварцзонгер, но копия его точно. Вот, я думаю, сюда можно хвосты поэкспериментировать, даже попробовать поставить там от гупи, вот, или какие-то другие. У меня есть вообще идея там поставить назад крючок и хвост сделать на пружинке. Такой вариант сделать. Ну, ТЛБ, это понятно, что приманка идет в раскачку на прямой проводке. Мощно колтыхается, подсвечивает боками, гонит волну. Вот. Ну и на рывках она может делать какие-то там такие движухи из стороны в сторону. Ну, вот, в общем-то, и все, что я хотел на сегодня рассказать. Прекрасное настроение. Когда приходит товар, это радует, есть чем работать, есть чем порадовать людей. И хочу отдельно сказать большое спасибо, кто поставил лайки в прошлом канале. Я просил, что такие пришли времена, что приходится просить поддержать наш канал, поддержать меня, поставить лайк. Всем огромное спасибо, я вам очень благодарен. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, мы там очень много обсуждаем всевозможные вещи, которые я выпускаю в YouTube. Ну, вот, ну, там что-то показываю, рассказываю там и напрямую с рыбалки там постят и многие другие рыболовы, но показывают свои результаты, вот, рассказывают о своем мнении. Это может быть вам очень интересно. Так что Телеграм мой вас ждет, снизу будет ссылочка. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Виталий Аканджерман, продолжаю монтировать новые для вас серии. Всем спасибо за внимание. Пока.